И пока законы, которые хоть как-то могут помочь нашим землякам, частично игнорируются, переселенцы и жители за линией соприкосновения по-прежнему сталкиваются со множеством юридических проблем. Свидетельства о браке, разводе, договор купли-продажи недвижимости, оформленные в некоторых городах Донбасса, могут оказаться недействительными. Что делать в этом случае, узнаете далее в инфографике. Доступа к единым и государственным реестрам информационной системы Министерства юстиции Украины нет в таких городах Донецкой области. Горловка, Докучаевск, Донецк, Ждановка, Кировская, Макеевка, Енакиево, Снежное, Харциск, Ясиноватая, Тарес, Шахтерск, Дебальцево, Светлодарск. В Луганской области в городах Алчевск, Антрацит, Брянка, Кировск, Красный Луч, Краснодон, Луганск, Первомайск, Ровеньки, Свердловск, Стаханов. Любое действие с реестрами Минюста в этих населенных пунктах не имеет правовой силы в Украине до окончания АТО. Госорганы и органы местного самоуправления в этих городах и селах признаны незаконными. Для того, чтобы сделка купли-продажи недвижимости, регистрация брака или развода считались легитимными, необходимо проверить, внесены ли данные в соответствующие государственные реестры. В случае, если данных нет, следует переоформить внесение информации в реестр в легальном госоргане. Если у вас есть справка внутренне перемещенного лица, вы можете это сделать в любом подконтрольном Украине населенном пункте. Для тех, у кого такой справки нет, доступ к единым и государственным реестрам открыт в городе Курахово Мариинского района Донецкой области.